Всем привет, друзья! С вами Денис, и мы сегодня с вами начинаем проходить игрушку под названием Life is Strange, что переводится как «Жизнь странная». И я увидел эту игру где-то в Стиме, трейлер какой-то, и знаете, трейлер был невероятно крутой, мне очень понравился, я понял, что я хочу, по крайней мере, посмотреть, что это такое, попробовать эту тему, и вот русификатор вышел буквально сегодня или вчера, я не знаю, и я очень следил за русификатором, за игрой, и вот решил все-таки посмотреть вместе с вами, ребят, посмотреть, поснимать, попробовать в это поиграть. Я так понимаю, что это будет примерно то же самое, что The Walking Dead, только без мертвецов и без Клементины. Я не знаю, о чем эта игра, я думаю, что это будет что-то такое, знаете, совершенно другое. Так что я надеюсь, что вам тоже интересно, как и мне. Давайте начинать. Игра, в которой все принятые решения отражаются в прошлом, настоящем и будущем. Выбирайте с умом. Ну да, мы эту сказочку заслушали за Walking Dead, где ничего ни на что не влияло, но ничего. Надеюсь, вы себе налили там чай или кофе, потому что игра эта такая очень ламповая и очень уютная. Это в Alan Wake уже было. Хорошо, я могу сейчас ходить, и я сделаю звук еще немного потише. Окей. Я уверен, что я уже видел такое в Alan Wake. И знаете, это довольно плохо закончилось все там. Ну давайте попробуем здесь что-то сделать. Блин, графика. Ну она не супер, как бы, да. Хотя, слушайте, надо настройки проверить, потому что прям что-то совсем не супер на первый взгляд, но. Очень все клево, по-моему, сделано, и прям вау, посмотрите на эту мультик, она офигенная. Та же самая рисовка, как в комиксах, считая The Walking Dead того же. Ну, что, по-моему, прикольно, я не знаю, движок, наверное, тоже тот же абсолютно. Хотя, ну, это только на первый взгляд, кажется, я сам-то я пока не в курсе. Я потом узнаю вообще. Вау, маньяк, обалденно. Это верно. Вау, ну это выглядит нереально круто. Нифига себе, лодка. Вау. That was so surreal. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay. I'm in class. Everything's cool. I'm okay. Персонажи похожи на симсов каких-то. Знаете. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Мы в кружке фотографов. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Это плохая фотография, которую мы сделали. She saw humanity is tortured, right? Хорошо, что нам делать? Сделать селфи. Давайте сделаем селфи. Это первое, что нужно сделать в любой нормальной игре. Сейчас я это в Твиттер отправлю, ребята. Ретвитните. Плиз. Selfie, a dumb word for a wonderful photographic tradition, and Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist.
The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Блин, оба ответа офигенно тупые. Значит, вопрос адресован ко мне. Ну, давайте будем строить из себя дурочку, типа, You're asking me? А вы что, меня спрашиваете? Wait, типа, кто я? You either know this or not. Ты либо знаешь, либо нет. Я не буду читать все, абсолютно читайте сами. Луис Дегер was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style, like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype. В какое время мы живем? То есть у него, ну, выглядит фотоаппарат довольно старым. Хотя нет, компьютеры клевые. My little camera bag is battered, but still. Hey guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner. Вы только посмотрите, как красиво, блин, залито светом все, невероятно. Мне очень нравится. Don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? Of course, Victoria has to have the bestest, newest. Так, ну трогать мы это все дело не будем, это чужое все-таки. Взглянем, что там такое. This might make a cool shot. Хороший, давайте сфоткаем. Не знаю, что там клево, но она лучше знает, она все-таки в кружочке состоит в этом. Эй, что с тобой? Мы можем взять комок бумаги и кинуть в нее. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Окей. Так. Hi, Kate. Привет, Кейт. Hi, Max. Ты тихая сегодня. You seem quiet today. Just thinking too much. А, не хочешь чаю? I hear that. Wanna go grab a cup of tea? Помните шутку за чай? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Или, кажется, я эту шутку у него спер, когда проходил храм там дракона в Dark Souls. А в любом случае, посмотрим, что у нас здесь. Blackwell spent bank on the computers here. Да, компьютеры довольно неплохие. Че у вас тут? Looks like somebody was already working on this. Cool. Ну так. Ладно, пойдемте уже. Я надеюсь, что мы сможем выйти. Мы можем посмотреть в окно как-нибудь или еще что-нибудь. О, да, мы можем посмотреть. Вау. I like this panoramic view of Blackwell. Everything looks so блин, green. Графика такая, знаете, она выглядит, ну, не супер, как бы, графонистая, да, но, блин, при этом она очень приятная. Посмотрите на эти лучи. Это очень... Вау, тут... Тут даже пылинки летают. Блин, мне так нравятся все, ребят. Так, хорошо. Мистер... This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Что насчет нее? Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Excuse me, Mr. Jefferson, can I? Я не знаю, о чем я буду говорить, но давайте попробуем. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Участвовать не нужно. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Ладно, вот очень воодушевляюще. Хорошо, я так понимаю, цель на сегодня нашего дня это типа. Man, я так понимаю, нам нужно сделать фоточку. Окей. Okay. Welcome to the real world. Hot.
Итак, мы в школе. Абсолютно такая же школа, как и у меня, да. А, это же... Окей, Скверенекс. О, да. Музыка. Судя по трейлеру, музыка тут будет чудесная. Да, игра эта тоже выходит по эпизодам. Сейчас вышел только эпизод первый. Джастин. Нет, ну, мы заняты, мы слушаем музыку и пускай все. Imagine a world without you. It looks like she's been gone for months. I'd like to be part of the world around you. Блин, мне очень нравится музыка. Driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. Блин, мы прошли мимо, я просто любовался на героине. Блин, все очень красиво сделано. Empty, good. Nobody can see my meltdown, except for me. Ну, хорошо. Now, who would bother to write that crap? The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. Окей. А это что такое? Масоны? Иллюминати. Иллюминати. Я вливаю. Я ненавижу Викторию Чейз. Кто бы это был? This poster must drive people to have sex. Окей, так. Что такое? Что тут? А, это вот я сюда подхожу, да? Нет. Что тут мигает, но я не пойму, I'm что. Good to flow. Thanks. А, окей. Постой, так. А почему у меня на него это наводится? Окей. Что мне делать? В кабинку зайти? Блин, ну что я за игрок в квесты? Ну скажите мне. Я не могу решить загадку в туалете, когда туда... Вот оно, окей. Особенный экран. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Так, надо сфоткать это, да? А как мне... Ну, что-то так... А как мне... Окей. Аккуратненько. Аккуратно. Офигительно получилось. Эй, ты не ошибся дверью случайно? Дебил. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. Или постой, туалет общий, что ли, у них? Или что? Я не понял. Я не помню, бывает там что-то. What do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family. У нее клевые волосы. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself.
You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. Он что, застрял сейчас? You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Что такое? Он выстрелил в нее, я не понял. Это у нее футболка такая или это дырка уже у нее? Чего? Whoa. What the fuck? Чего? How can that be? Это опять был сон? Это что, день сурка какой-то? He shot that poor girl. I held up my hand. Время отмоталось, да? I was back here. Офигеть, это будут головоломки, наверное, со временем, типа. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, shit! Can you give me an example of a photographer? Damn, I cannot believe this. Мы фотик взорвали в black and white. Okay, if I'm crazy, I might as well go. Теперь нам нужно в туалет пойти и проверить. Can I actually reverse time? Why Arbus? Левый триггер. То есть мы сейчас попытаемся. Зачем она подняла руку? Вау, посмотрите на эту офигенную спиральку. То есть мы можем отматывать время назад? Да вы офигели. Что? Так просто она смирилась с этим? Anybody? Что это вообще такое? Макс, don't freak out. Not yet. Go, Victoria. Why Arbus? А что нам теперь делать? Нам нужно что-то... You feel like totally haunted by the eyes of those. Так, давайте почитаем свой дневник. This, what would they think? Ой, как много всего. Нифига себе. Вот это наш сон про маяк был. Академия Блэквелл. Приняли Академию Блэквелл. 2013, 7 октября. Подождите, а какой год-то где? Вау, тут очень много на самом деле вещей. Посмотрите, можем переключать еще. А, мы можем. Нейтан. Что насчет Нейтана? На таблетках он под кайфом, он не знает. Эпизоды, смс-очки. Вау, сколько тут всего можно делать. Нифига себе. У меня день рождения сегодня? А, я должен то же самое, да, сделать? А, мы проверяем, окей. Keep that to yourself. Seriously, though. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for она так просто смирилась с тем, что она способна делать абсолютно все, что угодно теперь. I know I'm not dreaming this. It's real. I can tell. Не знаю, если бы я был в машиной времени, то я бы офигел. Selfie expression. What if that girl isn't dead yet? Can I save her? Portraiture has always been a vital aspect of art and photography. I need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Я сейчас нехорошо чувствую. I'm sorry. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not gonna get away that easy. Просто отпусти меня. Просто отпусти меня. Oh, shit. Jefferson wants to keep me after class. Нет, так ты уйди сейчас. Он разве он не отпустил тебя? A process that gave portraits a sharp reflective style, like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again and give him the right answer? Making them extremely popular. Я понял. Я, короче, сейчас отмотаю и отвечу правильно. Да? Так. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extreme. Постойте, я что-то неправильно сделал, да? Где-то вот здесь.
Как мне оставить на этом месте? Или мне нужно до конца довести спираль? No can do. The Daguerrean process brought up. Блин, я что-то не понимаю. Окей, я тогда. Max. А, окей, она автоматически ставит спираль куда надо. Окей. Tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits. Дагерский процесс. Это легко. Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Вот так вот. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. Easy. The Daguerrean process made portraiture hugely popular. Mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. Okay, мы теперь самые умные. Don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art. Эй, нам дадут еще раз песню послушать, офигенно. Мне очень понравилось, очень клево. Сейчас это к нам будет приставать, да? I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Okay, погнали тогда. Yes, Victoria, I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Ну давай быстрее, но я там спасаю жизнь вообще-то. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Я не хочу упустить свой шанс. I'm not avoiding, just... Biding time, waiting for the elusive right moment. Exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Okay. А мне это обязательно делать сейчас, да? It's time to be an everyday hero. Так, и что, я сейчас не смогу, да, теперь? Yes, I see you, Max. Photography's future stars avoid handing in her picture. Как сказал Джон Леннон? I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Вау, серьезно? Max, you're on fire today. All the right answers, good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Вау, блин, это так нечестно. Кажется, я в одном фильме такое видел. Но там чувак не отматывал время, он видел там на 5, на 10 секунд вперед. И видел все возможные варианты, по-моему. Или он перематывал, или что. Я вот не помню, по-моему, он видел просто время на пару секунд вперед. Окей, Макс, retrace every step. А бабочку мы будем фоткать? I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Да, бабочка тут, наверное, неспроста. Если мы отматываем время и меняем события, то... Out of this bitch. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Что происходит? Ever tell me what to do. Так, ладно, мы к нему не будем подходить. Давайте попытаемся. Молоток, да господи, зачем тебе молоток? Передвинуть. Вау, молоток, действительно, нашли. Я играю на геймпаде, кстати говоря, если вы еще не поняли. Перемотка не влияет на вас, то есть... Нифига себе, то есть объекты у нас в руках остаются. То есть мы можем из будущего переносить объекты в прошлое, например. Что это за сирена пожарная? I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Блин, это офигенно. Нифига себе, вау. Do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse.
Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Вау, окей, теперь ты ко мне будешь приставать, да? Типа, эй, ты включила сирену. Поговорить с вами? С вами. Сэр. I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You could always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Ну. Well, Max. Я только что перемотал время обратно и спасал человека. А фиг знает, что мне делать. Блин, он опасен для общества, может сказать. И он только что чуть не он застрелил человека, при том, то есть он не просто чуть не застрелил. Давайте скажем. Я не знаю. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girl's room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, so блин, он потом, now, короче, надает мне, да? Он so придет и застрелит меня. Мы можем, если мы... А пулю там мы с собой унесем в прошлое, если будем даже отматывать. И получим потом две пули. Мистер Прескотт happens to be from the town's most distinguished family. And one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girl's bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything, since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Блин, я не знаю! Нет, или надо, блин. Что-то у меня-то спрашиваешь, ты лучше знаешь, ты, блин, живешь в этом городе грёбаных... Сколько ей лет? 18 уже ей лет? Там смс-ка была с 18-летиями, поздравляли. А я тут всего 28 минут. Почему я должен решать за тебя? Блин, графон, конечно, клевый, прям вообще. Все такое яркое и солнечное. Я очень люблю такие вещи. Музыку, пожалуйста. Девушка. Она не будет включать музыку? Разве она не будет идти? Блин, вы только посмотрите, как тут красиво. Блин, я бы тут жил просто. У нас велосипед свой есть? Или это не наш велосипед там? Монеты. Ой, мне кто-то написал. Эй, отвали от меня. Сорян, опаздываю, безумие. Сегодня на парковке, как всегда, отлично выглядишь. Ты быстро найдешь меня. Уже приготовил камеру. Скоро увидимся. Так, что он написал нам? Ой, блин. Хочешь попить кофе? Мне нужно отвлечься от учебы. Пожалуйста. Не забудь заценить фильм «Некромантик». Он на моей флешке. Эй, безумная Макс, вот оторвемся. Подожди, мне нужно готовиться к тесту по физике, так что если мы вдруг что-нибудь сломаем, надо вычислить момент силы. Не игнорь меня. Хай, Макс, не могла бы ты мне вернуть мою флешку? И нужна кое-какая информация и место. Ау. Что, блин, вообще? Чё он несёт? Окей, I better get to my dorm and grab that flash drive. Это Брюс Уиллис? Стелла. Кажется, одну из фей звали Стелла. Но в любом случае... I bet the Blackwell founders would shit cats if they saw today's student body walking around like zombies on their phones. Блин, а что мне сделать? Карта-то у вас есть какая-нибудь? Объявление мы уже видели. Плакаты нам интересны. На парковке. Он сказал, что на парковке. Где у нас парковка? Это мой велосипед вообще? Это не мой велосипед.
Так, ребят. Общага вот здесь, наверное, да? Нет. Это не. Это спортзал, наверное. Значит, общага должна быть в другом месте. Warren's waiting for me and his flash drive in the parking lot, so I better get back to my dorm. Окей. Все-таки это общага, что ли, или что? Или общежитие прямо вот там внутри? Блин, что на знаках написано? Парковка и бассейн. Подождите, так нам не на парковку надо. Что-то там развлекаешься? Brook actually has a drone. Что у нее есть? Что она там играет такое веселое? Блин, это даже не игра, что она делает? Где общага находится? Чё общага? Мне нужна карта. А музыку, пожалуйста, ну, мисс. Так, нет, где мы с ним будем подходить? Нет, тут нет общаги. Там... Что я делаю? Подожди, нет, обратно, обратно. А чё я перематываю-то? Я ж ничего не менял. А. Окей, а, это... Это она ему управляет, что ли? Клёво. Тут люди развлекаются. Эй, как у тебя дела? Как тебе нравится, что я пинаю тут тебя? Как тебе это? Вот как? Ну, на, получай. Вот так. Видите, подростки, они жестоки. Хотя наша героиня уже 18 лет. Вы верите в это? Ха, не знаю. Или я не 18, подождите, я не помню. По-моему, в смс-ке там было что-то написано. Кто тут у нас сидит? Эван Фотальбом. Чё ты делаешь тут? Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Отлично, достойно ли я этого, да? Хорошо. Роберт. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My, my. This я угадал! Какой я клёвый! That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? Блин, так тут целая академия для вот этих вот фотографов. Посмотрим. Evan's portfolio always looks so uber pro. Давай посмотрим. Ну, наверное, неплохо. Я там ничего не понимаю. Клево. Окей. Я был бы не против, если бы мне подсказали, где тут вообще жить. Что такое? Указатель. О, да, я угадал, точно, офигеть, клево. Пойти к общежитиям. Пойти к общежитиям. Я так понимаю, это автосохранение у нас сработало, так что... Так что, я думаю, на этом мы с вами, ребят, закончим. Посмотрим, что у нас будет дальше уже в следующей серии. На этом все, дорогие друзья. Я надеюсь, что вам нравится эта игра. Мне она очень нравится. Она, ну, с приятной рисовкой, да, не сказать, что прям супер крутой графон. У нее приятная рисовка, шикарная музыка. Персонажи очень клево выглядят, похоже на Симсовых, но намного лучше, чем Симсовые, как вы можете видеть это. Да, на этом все, дорогие друзья. Я очень надеюсь, что вам нравится, потому что мне нравится безумно. Не забудьте подписаться на канал. С вами был Денис. Спасибо за ваше время и всем пока.